Добрый день, с вами Юлия Бахтина, и сегодня четвертый день нашего эксперимента, и процессы идут, мне это очень нравится, лицо реально меняется, и меняется не только лицо, у меня улучшается зрение, вот хорошо, что у меня есть, остались старые очки, вот, потому что в новых я уже не могу, потому что они сильные, и нашла старые очки, которые послабее, вот, то есть такая ситуация получается. В тех очках, в которых я была все время, я уже не могу видеть, повышается глазное давление, как бы больно глазам, а без очков я тоже еще не вижу. Вот, ну, посмотрим, процесс идет, очень, конечно, хочется избавиться от очков. Ну и, конечно же, омолодиться. Вот, и сейчас я подойду поближе, чтобы вы могли посмотреть на меня, на изменения, которые происходят. Вот они идут не так быстро, как хотелось бы. Хотелось бы вообще вот прям завтра проснуться и быть такой на 20 лет, как 20-летний. Но посмотрим, процесс идет, мне это нравится. И ждите следующего результата, да, следующего дня. До встречи, с вами была Юлия Бахтина. Пока!